Здравствуйте, вы смотрите «Город. Действующие лица». Я Артем Никитин. Не секрет, что для российских банков настали трудные времена. Вот только за последний год с рынка банковского ушло около сотни кредитных организаций. И в этой ситуации особый интерес вызывают те, кто смог не только удержаться, но и вырасти. И такие примеры есть. Вот, например, Бинбанк. Сегодня у меня в гостях вице-президент Бинбанка Петр Петрович Морсин. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Артем. Прежде чем мы с вами начнем разговор, я хочу представить, о чем мы говорим, о каком росте, небольшой информационный сюжет посмотреть, а потом мы обратимся к вопросам. Смотрим на экран. В течение последнего времени Бинбанк активно расширял свое географическое присутствие, в том числе за счет новых приобретений. В декабре 2013 года завершилось присоединение башкирского Башинвестбанка. В апреле 2014 года Бинбанк закрыл сделку по приобретению Москомприватбанка, который в сентябре был переименован в Бинбанк кредитные карты. В июле 2014-го состоялась сделка по приобретению у крупнейшей финансовой группы Норвегии – Мурманского ДНБ-банка. А в декабре было объявлено о том, что Бинбанк приобретает 5 банков группы «Рост» в рамках их финансового оздоровления при поддержке, в частности, Центробанка России. Общая региональная сеть банков, входящих в группу Бинбанка, на сегодняшний день превышает 600 отделений. Возникает закономерный вопрос. Такая непростая ситуация. В России трудные экономические времена. Вы существовали около 20 лет, Бинбанк. 21 год. 21 год уже в этом году. И вдруг такой резкий рост. С чем он связан? Артем, я думаю, что на любые ситуации, которые происходят нестандартные, да, или кризисные, как принято говорить, можно реагировать принципиально двумя способами. Первый способ – это, наверное, скажем так, затаиться, либо, как говорят, еще испугаться, да, всей этой ситуации и стать, скажем так, участником рынка, который постоянно отслеживает конъюнктуру, да, считает, анализирует, переживает. Да. И второй путь, как мне кажется, он наиболее правильный, это все-таки попробовать, да, извлечь максимальные возможности, да, из этой ситуации, которая происходит. И Бинбанк, вот, в текущем, да, дне, вот то, что он делает, по сути, он максимально использует те рыночные возможности, которые уникальны. Ведь любой кризис, поле, да, любой кризис, любая нестандартная ситуация, еще раз это подчеркну, это не только, ну, скажем так, некая драматическая ситуация, это прежде всего для предпринимателя еще и возможность. Как на это смотреть? Что сейчас теперь дальше вы планируете? Дальнейший рост? Или останавливаетесь и начинаете, так сказать, налаживать эту сеть, чтобы она работала максимально эффективно? Та группа, которая, Артем, в Бинбанке сегодня консолидирована, это правильно в сюжете было сказано, уже 9 банков. То есть Уралприватбанк, который был куплен в Екатеринбурге в рамках группы «Рост», это 9-й банк. Это уже на сегодня одна из крупнейших частных банковских сетей. 600 офисов, 600 отделений по стране. Это уже около сотни городов. Это более 60 субъектов федерации, практически вся Россия, там, от Дальнего Востока, от дальневосточных рубежей до самых западных рубежей Калининграда у нас представлено. Да? И я считаю, что сейчас самая главная для нас задача – это, ну, по сути, не заниматься дальнейшим масштабированием и развитием региональной сети нашей, а прежде всего сделать для клиентов, которых на сегодня уже более 2 миллионов, активную действующую клиенту в группе, представьте себе. 2 миллиона клиентов, то есть это около скольки процентов населения России выходит? Ну, от дееспособного населения, как считать, да? Есть общее население России, есть дееспособное население России, экономически активное, как правильно говорят, да? Но если прикидывать, сколько, порядка 65-70 миллионов, я могу ошибаться, вряд ли я могу статистом назвать, да, таким. Вот. Но это, особенно среди тех, которые экономически активны и пользуются банковскими услугами, это уже серьезное долю на рынке. Поэтому основная задача на сегодня сделать так, чтобы клиенты, которые на сегодня работают с банком, оказывают ему доверие. Вот помимо того, что мы сформировали мощную инфраструктуру, объединив банки, мы на сегодня еще являемся одним из крупнейших частных банков страны по вкладам населения. Мы входим в топ-3 крупнейших частных банка, я подчеркиваю. А сколько сумма? Какова сумма? Около 300 миллиардов пассивов на сегодня в розничном бизнесе Бинбанк. Вот. Поэтому это позволяет нам, вот, при такой консолидации группы из 9 банков
реально стать одним из крупнейших частных банков 300 страны. 300 миллиардов, когда речь идет о больших суммах, то надо их с чем-то сравнивать. С чем бы вы могли вот в экономической сфере, владея информацией, сравнить? Ну, знаете, раньше было принято, да, переводить в банковском сообществе многое на доллары, да, и в некой прошлой истории это было бы очень близко к 10 миллиардам долларов. Да. Mm-hmm. Вот на сегодня уже здесь экономическое сравнение другое, потому что курс другой. Да, вот. Но, скажем так, это на сегодня, ну, точно такой размер пассивов, да, позволяет нам быть не просто одним из крупнейших, да, частных банков страны, но и позволяет нам для клиентов предлагать весь спектр банковской операции. Знаете, буквально недавно вот в этой студии у меня был финансовый аналитик, и он говорил о том, что сейчас вот в такой сложной ситуации, как ни странно, самое выгодное вкладывать именно в банк. Потому что сейчас банки, стараясь сохранить деньги и привлечь новые, дают большие проценты. Это действительно так? Артем, есть вопрос в другом, я еще думаю. Вопрос в том, что банк на сегодня – это наиболее консервативное, в принципе, наиболее консервативное направление, да, вложения ваших денег. Всегда банк и процентная ставка, которую готов платить любой коммерческий банк, да, в нашей стране, процентная ставка всегда наиболее консервативная. То есть она, как правило, ниже. Минимальная. Она минимальная. Она, как правило, ниже, чем тот ожидаемый доход, который вы можете получить, к примеру, занимаясь предпринимательской деятельностью. Mm-hmm. И в этом, собственно, и есть некий экономический смысл и базовое экономическое правило, что вкладывая деньги в наиболее консервативный инструмент, да, в данном случае там, сохранение и сбережение денег на банковских счетах, то ты получаешь наименьшую... Да, mm-hmm. ты снижаешь риск, mm-hmm. ты получаешь наименьшую доходность. Когда ты занимаешься предпринимательством, ты вкладываешь деньги в бизнес, у тебя возникает больше возможностей по доходу, но ты сразу получаешь больше риск. Если говорить о Краснодарском крае, насколько сейчас развита сеть Бинбанка? Ну, вот есть для Бинбанка очень важное такое понятие, как южная дирекция в целом. Да, вот в южной дирекции на сегодня у нас 60 доп. Офисов. Мы при этом покрываем практически все побережье. Вот это связано с тем, что мы занимаемся на сегодня финансовым оздоровлением бывшего Москомприватбанка, который на сегодня называется Бинбанк кредитной карты. В самом Краснодаре у нас на сегодня около 15 офисов. Вот. И в масштабах это достаточно серьезный, перспективный такой, скажем, кусок, да, бизнеса нашего, основы бизнеса, фундамент бизнеса. Потому что на сегодня 15 офисов позволяет нам, ну, в нашей бизнес-модели уже на долгие годы сформировать то достаточное количество доп-офисов и региональное присутствие, которое, ну, нам позволит нашу долю на рынке довести, скажем так, до 5-7% именно в Краснодаре и в Краснодарском крае. А если говорить про количество клиентов, то на сегодня активных клиентов порядка 15 тысяч человек. Вот. Наверное, это не так много на фоне всей уже банковской группы Бинбанк, да? Но это опять же те люди, которые на сегодня годами с нами работают, и очень важно, что они на сегодня свое доверие к Бинбанку, вот после особенно сделок, да, всех, они подтвердили. Артем, еще очень немаловажная информация, да, для наших вкладчиков, что все сделки, которые мы провели, да, они на сегодня проводятся при полной поддержке государства в лице Центрального банка России, в лице агентства по страхованию вкладов. И это опять же подчеркивает ту важность, да, работы, которую на сегодня Бинбанк делает по такой консолидации и интеграции группы банков. Ну, в данном случае банка группы «Рост». Поддержка, вы имеете в виду моральная или материальная? Ну, первое, без поддержки государства в лице Банка России и АСВ, в принципе, таких сделок бы не было. И, конечно, когда Бинбанк принимается за финансовое оздоровление такой серьезной группы банков, он получает достаточно серьезную поддержку в виде инвестиционных кредитов, которые, ну, по сути, позволяют нам провести все процедуры финансового оздоровления очень четко, планово. И это вопрос не там, 1-2 лет. Как правило, программы финансового оздоровления, они, ну, принимаются на 3-5-летнюю перспективу. То есть это в каком-то смысле спасение утопающих. Эти покупки в том числе и помогают выжить тому, что уже есть. Ну, здесь, знаете, степень, наверное, насколько утопающим являются банки, сложно определить. Другое дело, что по группе банка возникают вопросы у регулятора, да, и регулятор ищет здоровые, крепкие банки, вот коими на сегодня является Бинбанк, потому что в прошлом году он сделал максимальное количество именно таких сделок по финансовому оздоровлению. И
государство предлагает на базе агентства по страхованию вклада поучаствовать банкам здоровым, крепким в конкурсе. Угу. Поэтому здесь нельзя сказать, что нам предложили это, да, мы увидели эту информацию, заинтересовались, вот, поучаствовали в конкурсе, и нам было очень приятно узнать то, что нам оказана была такая поддержка и доверие, да, со стороны государства, и мы на сегодня данным финансовым оздоровлением занимаемся. Поэтому для Бинбанка это очень хорошее подспорье и очень хорошая возможность, опять же. Вот норвежский банк, он тоже ослаб? Или норвежцы испугались нашей ситуации и решили продать все, что у них было в России? Ну, немного не так. Норвежский банк, ДНБ банк, mm-hmm. который был в прошлом году нами приобретен, вот он раньше принадлежал норвежской группе ДНБ, собственно, с одноименным mm-hmm. названием. Да, мы выкупили ДНБ банк, потому что они посчитали, что для их бизнес-модели было бы правильно, скажем так, отдать банк в хорошие руки, mm-hmm. а мы как раз максимально декларировали, наши акционеры, что мы планируем активно в России развиваться. А в Мурманске на сегодня, в Мурманской области, это серьезный регион, это один из таких, я бы сказал, системно образующих банков. Он точно не находится в процедуре финансового оздоровления, то есть бывший ДНБ банк, мы сейчас его переименовываем в Бинбанк Мурманск, он крепкий, он прибыльный банк. И, как я уже говорил, мы как Бинбанк с большим удовольствием сами учимся опыту наших норвежских партнеров, да, их бизнес-модели, которые они в том числе реализовали в России, да, на базе ДНБ банка в Мурманской области. Вот, кстати, интересно будет услышать, чему вы научились. И у нас есть еще вопросы от краснодарцев к вам, как к эксперту в финансовой сфере, в банковской. Но к этому буквально через 2 минуты приступим. Вернемся в студию после короткого перерыва. Напомню, вы смотрите «Город. Действующие лица». И в гостях у меня вице-президент Бинбанка Петр Морсин. Петр, вот как эксперт, скажите, сейчас разнородные такие настроения, кто-то испытывает оптимистические настроения насчет ситуации экономической, но все-таки много пессимистов. Вот вы, как человек, работающий в банковской сфере, как считаете, все хорошо или все плохо и нужно предпринимать какие-то серьезные действия? Артем, знаете, по своему опыту я уверен, что всегда в любом обществе, к сожалению, да, пессимистов почему-то больше. Mm-hmm. Вот. И здесь данная экономическая ситуация, она точно не имеет отношения к пропорции, соотношению там, оптимистично настроенных, да, граждан, либо пессимистично. Другое mm-hmm. дело, да, на сегодня вот та ситуация, которая возникла, ну, с неким сначала нефтяным шоком, который потом перебросился, да, сразу на отрасль банковскую, да, через некий валютный шок, mm-hmm. она, конечно, накладывает определенный отпечаток, и пессимистов, объективно соглашусь, там становится несколько больше. Mm-hmm. Вот. Другое дело, что я бы не стал ситуацию драматизировать, вот, и все сводить к тому, что некая череда событий буквально последнего времени именно и стала причиной тому, что происходит на сегодня на рынке. На самом деле в банковской отрасли уже долгое время накапливались определенные системные там, родовые проблемы. Mm-hmm. И мой взгляд, он такой разумно оптимистичный. Почему? Потому что на самом деле вот текущий год, 2015, для нас, как банкиров, это во многом еще год, ну, во-первых, вызовов. Угу. То есть мало кто может прогнозировать, если вы меня спросите, что будет дальше происходить с курсом доллара, со стоимостью там, барреля нефти, я точно не смогу вам ответить и таким шапкозакидательством заниматься не буду. Угу. Но я могу сказать, что для нас это год возможностей, вот, потому что мы наконец-то в 2015 году вот, на фоне всех событий можем заняться теми вопросами, теми делами, которые накапливались долгое время, да, сделать наши бизнесы более технологичными, сделать более, скажем так, эффективными наши бизнес-модели и наконец-то задуматься о том, насколько правильно мы ведем свой бизнес и что должно быть, собственно, в приоритете. Мы долгое время были увлечены тем же кредитованием. Что должно быть в приоритете? Я считаю, что модель банка, она должна быть умеренно консервативной. Вообще любые деньги, они, как говорят, любят тишину и любят спокойствие, любят уверенность. Да? И банковский бизнес, он долгое время развивался крайне динамично. Mm-hmm. Надо сказать, что любой европейский банкир, Артем, он реально может позавидовать тем темпам развития банковского сектора, коими банковский сектор России развивался последние годы. Mm-hmm. Ведь приросты, там, особенно в середине 2000-х, они mm-hmm. буквально были в разы. Особенно на ниве розничного кредитования. Mm-hmm. Вот, и на сегодня мы можем очень спокойно, уже с холодной головой, да, что называется, посмотреть на нашу бизнес-модель, прежде всего в кредитовании. Очень многие сегодня говорят о перегретости этого рынка.
да, и в этом есть доля правды, весомая доля правды. Вот поэтому я бы не стал ситуацию драматизировать, еще раз это подчеркну, и предложил бы всем смотреть на происходящее таким с разумным оптимизмом. Нельзя там особенно восторженно воспринимать какую-то негативную информацию. Да, конечно, многие вещи они расстраивают, вот, но быть разумным оптимистом, я считаю, это очень правильный взгляд. Вот сейчас мы услышим общественное мнение, что спрашивают краснодарцы. Пожалуйста, первый вопрос. Меня зовут Дмитрий. Благоприятное ли сейчас время для того, чтобы открывать вклады, и что с ними будет дальше? Повышение или понижение процентных ставок? Да, вот как раз к вопросу. Я думаю, что время открывать вклады всегда благоприятное, потому что у гражданина, который не занимается предпринимательством, да, скажем так, ну, других любых, в моем понимании, направлений, да, сбережения денег нет. Mm-hmm. Ну, безусловно, можно хранить деньги можно дома. Свой бизнес открывать, хайпить. Я не считаю, недвижимость, что это можно покупать. Да, ну, ведь вложение денег в недвижимость вряд ли можно назвать, скажем так, сбережением денег и накоплений, да, и очень сложно прогнозировать, как себя поведет цена на недвижимость. И очень многие наши клиенты, да, с которыми я общаюсь, они во многом импульсивно, эмоционально реагировали на ситуацию на рынке, и уже на сегодня мы понимаем, местами ошибочно вложились в недвижимость, скажем, весной прошлого года. Я знаю, что праздник был у риэлторов, потому что последний месяц года он практически двойную прибыль дал. Ну да, ну там активизация этого рынка началась с весны 2014 mm-hmm. года, да, но того самого бума и резкого прироста стоимости недвижимости, то, что я знаю, в Москве, да, не mm-hmm. произошло. То есть был оживленный спрос, был определенный разогрев рынка, но тех бонусов, да, каких-то повышенных, а был мотив заработать, да, то есть тех бонусов люди не получили. Другое дело, соглашусь с вами, что вложение денег в недвижимость является консервативным вариантом, да, и человек говорит, что это вот просто моя недвижимость, она надолго. Очень многое зависит, Артем, от горизонта вложения ваших денег. Если вы планируете вложить деньги в недвижимость, то, видимо, ваши накопления, они долгосрочные, и вы планируете там накопление на 10, 15, 20 лет, и, видимо, для следующих поколений. Если мы говорим о текущем сбережении денег, да, на полгода, год, полтора года, то с этой точки зрения я альтернативы банковскому вкладу не вижу. Здесь альтернативой может быть не открытие частного предприятия, это уже другой предпринимательский риск, другая доходность, мы об этом с вами говорили. Здесь альтернативой может быть, как говорят, сложить деньги в кубышку. Да? Mm-hmm. Но это небезопасно, и вы не получите как бы приращение, да? Вы не получите банковский даже процент. Даже не окупите инфляцию. Да. А на сегодня, Артем, объективно уровень процентных ставок в банках, он максимальный. То есть они на сегодня во многом находятся на пике. Сложно прогнозировать, отвечая на вопрос человека, да, который задавал, а что будет дальше со ставками. Но на сегодня объективно они находятся на таком максимуме, который исторически уже давно банковской системы мы не видели. Ну, давно я имею в виду уже там более там 3-5-летки. Ведь наша система, она очень активно развивается. Да. Долгое время процентные ставки в рублях были на уровне от 6 до 10% годовых. На сегодня уровень процентных ставок, мы это видим, от 17 там, до 19-20% годовых. Хорошая возможность. У нас немного времени остается. Хочется ответить на все вопросы. Слушаем следующий. Добрый день, меня зовут Юна. Вопрос у меня следующий. Как выбрать правильный банк и какие критерии являются основными в выборе банка? Если можно, коротко, тезисно. Я думаю, что помимо финансовых показателей, которые, очевидно, сегодня являются в прямом доступе у большинства граждан. Можно посмотреть это и на сайте Центрального банка. Там очень профессионально готовят информацию. И на сайте Банкиру, популярный ресурс. И на сайте самого банка раскрывается. Помимо этой финансовой информации, еще очень важно понимать, что из себя представляет банк с точки зрения акционеров, собственников. Что из себя представляет руководство, что они заявляют, куда они движутся, какой банк они строят. Я считаю, это немаловажный фактор. Ну, не знаю, представьте, изучить 10 банков человеку, не смыслящему в экономической сфере. Может быть, есть какие-то более простые, там, несколько показателей, которые бы вы рекомендовали? Эти показатели все есть, mm-hmm. да, они, скажем так, экономически раскладываются, как я уже перечислил, да, все эти ресурсы, сайты. Но я говорил о том, что если вы в конечном счете выбираете между двумя-тремя банками, зайдите в интернет, mm-hmm. наберите этот банк, имя этого банка, посмотрите всю информацию, которая по нему есть, и не забудьте посмотреть информацию о том, еще раз подчеркну, кто владеет этим банком и что собственники этого банка хотят в результате получить от этого банка. Если собственники банка не раскрывают информацию о том, что они строят в банке, да, что они видят
в будущем этого банка, если они не декларируют свою миссию, я считаю, есть вопрос. Я бы задумался, а почему? А какая миссия у Бинбанка? Мы строим лучший частный банк в стране, подчеркиваю, именно частный банк в стране. И мы, я считаю, за последние 3 года реализации такой стратегии, мы очень неплохо, я так скажу, к этому продвинулись. А с позиции, наверное, такого восприятия в регионах, да, мы больше говорим о том, что мы строим банк для разумных горожан. Очень неплохая идея, да, и на сегодня она реализуется, прежде всего, в крупных городах России. Ну, в принципе, каждый банк может формулировать, что он строит лучший банк в стране. То есть это общая формулировка все-таки. Ну, миссия, она подразумевает, Артем, где-то общую формулировку, которая потом уже раскладывается, mm-hmm. вы абсолютно верно говорите, в некие, во-первых, цели, целеполагания, очень четко у нас расписаны, и второе, mm-hmm. уже конкретные тактические задачи на каждый год. Mm-hmm. Еще один вопрос от зрителей. Меня зовут Игорь. Скажите, если мне нужны деньги на текущие расходы, что бы вы посоветовали, кредитную карту или потребительский кредит? Ну, если опять же, что вы понимаете под текущими расходами, если речь идет о расходах, которые внутри месяца, вот именно текущие расходы, то, конечно, здесь наиболее правильным инструментом является кредитная карта. Это уже очень распространено среди россиян. Если расходы потребительские, имеется в виду на срок от года, да, и выше, то, конечно, лучше стандартный потребительский кредит, так называемый беззалоговый, нецелевой, когда банк вам предоставляет кредит, как правило, это в сумме, ну, в среднем по России, до 300 тысяч рублей, и тогда вы уже, не отчитываясь перед банком, куда вы потратили эти деньги, спокойно деньгами распоряжаетесь и там по некому графику равными долями, как правило, возвращаете ежемесячно, вместе с процентами. Спасибо большое, Петр. Надеюсь, наша программа была действительно полезна для краснодарцев. Напомню, у нас в гостях был вице-президент Бинбанка Петр Морсин, банка, который за последний год приобрел 9 других банков и влил в свою структуру. До встречи в программе «Действующие лица».